Привет всем! Сегодня у нас 22 августа. Такая погода у нас потеплела. Уже сейчас 23 градуса. Все цветет, и сегодня пойдем срывать оставшиеся дыни. Уже несколько дынек попробовали. И надо уже остатки, тоже они пожелтели. В принципе, уже готовы. Надо будет их, в общем, кушать. Ботва, конечно, уже тоже вся вот. Даже она отпала уже. Вот такая вот одна дынька. Там вон еще одна желтенькая. Вот такая вот полосатая. И еще есть вот такая вот маленькая. Поэтому все сейчас их нужно будет собрать. Посмотрим, какую-то попробуем, может, одну или две разрежем. Вот такая вот дынная грядка. Пробовали вот такие вот продолговатые, вкусные, сладкие. Такая вот дынька. Что касается сортов, вот один был раннее сладкое, другой медовая лакомка вроде бы. Но какой... Какой? Вот это, наверное, медовая лакомка, скорее всего. Вот это, наверное, раннее сладкое, но точно я не знаю. Потому что перепутали уже потом рассаду, когда высаживали. И где какая. Ну, в общем, главное, что они выросли. Ну и сейчас взвешиваем наши дыни. Включим весы. Так, сперва самая маленькая. Ух ты. 820 граммов. Следующая продолговатая, килограмм 73. И сейчас самую большую дыньку, килограмм, ух ты, килограмм 554. В общем, самая большая вот эта вот, 1,5 килограмма выросла. Ну и вот сейчас будем разрезать такую дыньку. По упаковкам посмотрел семян. Эта дыня называется медовая лакомка. Растет до 2 килограммов. Но вот у нас она выросла где-то 1,5 килограмма. Такая вот хорошая дынька. Сейчас разрежем, посмотрим, какая внутри. Очень ароматная. Ну, надеемся, что будет вкусной. Вот такая вот дынька, очень вкусная, ароматная, и правда медовая. Поэтому мы сейчас пойдем лакомиться своей вот такой дыней. Ну а все, кто сейчас кушает, всем приятного аппетита! Вот такой вот поспел маленький красный арбузик с нашей грядки. Ну а всем тем, кому видео понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго!